Павлодарская область является одним из основных промышленно развитых регионов Республики Казахстан. На территории области осуществляется хозяйственная деятельность предприятий таких отраслей экономики, как энергетика, черно-цветная металлургия и другие. Как сообщила Абылкаир Скаков, проблемы экологии в Павлодарской области стоят остро. Блоки решения по ним делят на 4 направления. Первое – ограничение выбросов промышленных предприятий. Второй блок – программа управления твердыми бытовыми отходами. Третий – программа озеленения. Четвертый – усиленное взаимодействие и деятельность экологических активистов. Главная проблема города становится уровень загрязнения атмосферного воздуха. Павлодарская область занимает одно из первых мест в Республике Казахстан по уровню онкологической заболеваемости. Высокий рост заболеваемости связан с проблемами экологии. Сегодня в стране реализуется комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями. Для реализации этого плана бюджетом нашей страны предусмотрено 35 миллиардов тенге. В области провели исследование текущего состояния предприятий на предмет возможности перехода на наилучшие доступные технологии. Отобрано 50 предприятий региона, которые будут первыми их внедрять. Также акиматом принято решение ежегодно высаживать в Павлодаре по 20 тысяч деревьев. Сегодня экология Павлодарской области как сладкое яблоко, разъедаемое его заводами. Так что бежать отсюда или бороться за ее спасение каждый пусть решает сам. Хочу Мухаммед Каза, 1-9 класс, областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей.